Поехали к шефу. В таком виде я не могу. Я должен принять ванну, выпить чашечку кофе. Если бы у Геннадия Козоедова, персонажа из «Бриллиантовой руки», было изобретение канадских ученых, чашка кофе и ванны не пригодились бы. Сотрудники Университета Торонто создали устройство, ускоряющее в 3 раза процесс отрезвления через дыхание. В процессе очищения организма от алкоголя участвуют легкие и печень. Работу печени ускорить нельзя, а легких можно путем учащенного дыхания. Изобретение ученых поможет делать это безопасно. При учащенном дыхании в норме человек теряет также и углекислый газ, но в этом устройстве как раз таки подается смесь кислорода и углекислого газа в таком соотношении, что это позволяет человеку достаточно долго дышать глубоко и часто. Аппарат в виде маски, подключенный к насосу, может пригодиться не только в процессе отрезвления. Оно за счет учащенного дыхания позволяет уменьшить концентрацию определенных веществ в крови. То есть для того, чтобы быстрее избавиться от каких-то веществ, там при отравлении тем же угарным газом, к примеру, или отравлении метиловым спиртом, что является очень токсичным веществом и так далее. Как указано на сайте производителей, чудо-маской обзавестись могут только медицинские учреждения. Диана Желенкова, Универньюз.